Сегодня мы проводим уже традиционный турнир KFC-6, формат чемпионата «Область». То есть мы сейчас проводим чемпионат Харьковской области по смешанным единоборствам. Посвятили проблемам детей и подростков. Мотивировать подростков, у которых есть какие-то проблемы, заниматься спортом и с помощью спорта решить свои проблемы. На чемпионате участвуют больше 100 участников возрастом до 18 лет и 18+. На сей раз мы добавили еще кубки для детей возрастом 8, 10 и 11, 12 лет. Называется Kids Super Cup. Сегодня совместно с спортивно-патриотическим клубом «Харс», отдел ювенальной превенции Главного управления национальной полиции в Харьковской области проводит турнир по смешанным единоборствам. Это не первая акция. В течение года клуб «Харс» является нашим постоянным партнером в вопросах профилактики детской преступности. На протяжении года мы проводим профилактическую работу с молодежью, с подростками. Привлекаем их к спорту, пропагандируем здоровый образ жизни. Сегодня принял участие по смешанным единоборствам. Занимаюсь этим видом спорта год. Завоевал кубок, занял первое место. Двух своих соперников победил удушающим приемом. В дальнейшем буду тренироваться, чтобы побеждать в разных турнирах.